Привет, друзья! В этом видеоролике я покажу вам, как подключить Mi Band, неважно какой модели, первый, второй, пятый, шестой, к телефону на базе Android. Так, в самом начале, когда вы распаковали свой браслет, его надо зарядить хотя бы на 20%. Думаю, как это сделать, вам объяснять не нужно. Следующий шаг. Вам надо на телефоне установить приложение Mi Fit. Открываете Google Play Market. Поиск пишете Mi Fit. Нажимаете установить. Немного ждем. Итак, приложение установилось. Нажимаем открыть. Заранее сверху в шторке включаем Bluetooth и включаем GPS геолокацию. Здесь на первой странице Mi Fit нам предлагает либо зарегистрироваться, либо войти с помощью Mi аккаунта, аккаунта WeChat, Facebook аккаунта или Google аккаунта. Давайте будем использовать, к примеру, Google аккаунт. Нажимаем регистрация, выбираем страну, соглашаемся с лицензионным соглашением, принимаем. Сюда вводите свое имя. Пол, дату рождения, рост, приблизительный вес, цель активности – это сколько шагов в день вы хотите пройти. Пусть будет 10 шагов. Готово. Даем разрешение для приложения и переходим в пункт «Профиль». Добавить устройство. Выбираем браслет, нажимаем «Согласен», «Понятно», «Разрешить», немного ждем. Итак, на браслете должна сработать вибрация, нажимаем на галочку, подтверждаем. Приложение и браслет нашли друг друга, произошло сопряжение. Теперь программа проверяет наличие обновлений, восстанавливает настройки на заводские. Нам надо просто подождать. Пролистываем. Попробовать. Итак, браслет подключился, автоматически переключился на русский язык. На этом настройка завершена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокол, чтобы не пропустить очередное видео. Всем удачных ремонтов. Пока!